Сегодня я провожу консультацию в ресторане «Панорамика». Это банкетный такой ресторан. Здесь отдельно залы сделаны в таком очень приятном, очень шикарном все состоянии. С таким невероятным вкусом сделано. Такой стиль, он действительно очень располагает и проводить консультации, и вкусно поесть, провести какое-то мероприятие. Такие троны здесь. Я здесь около года проводила тренинги, семинары. Очень-очень классно. Это зал, в котором сейчас я буду проводить консультацию. И сейчас мы с вами зайдем в туалет. Когда я первый раз побывала в этом зале, увидела туалет, я была крайне удивлена, потому что реально в туалете можно не просто переодеться, в туалет там сходить, да? Не знаю, сидеть, проводить консультации. Такая невероятно красивая ваза. Тут лепнина. Здесь можно прилечь, посидеть. Это вот очень красивый такой умывальник, раковина. А вот это и есть сам унитаз. То есть это действительно очень круто. Находится, сейчас я аккуратненько покажу, что это действительно унитаз. Вот. Кто в Санкт-Петербурге живет или приедет, я просто рекомендую вам зайти вот в этот ресторан. Это Малый проспект, дом 2, Петроградской стороны. И ощутить вот эту всю атмосферу. То, что пытались дизайнеры передать нам.